Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. Отбился от стаи и попал в ловушку. В районе Водогона северодвинский охотник поймал взрослого волка. Добычу он показал нашим корреспондентам. Развивать ребенка теперь помогут в Северодвинской детской больнице. Сегодня там открыли кабинет ранней помощи. Дарим добро. Неравнодушные горожане поздравили многодетных с Новым годом. Увидимся на канале «Свой регион» сегодня в 19:00.